Как уже сообщалось, предшественник Одинцова Аскеров Расим Насипоглы был уволен на минувшей неделе по решению учредителей, властей города Анапы. Как сообщают на официальном городском портале, причина увольнения, цитата, «многочисленные нарушения, допущенные бывшим руководителем в финансовой и административно-хозяйственной деятельности». В настоящее время проводится инвентаризация имущества и комплексная проверка спортшколы. Конец цитаты. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова рассказала тренерскому коллективу о позиции мэра города Сергея Сергеева о том, чтобы спортивные занятия должны продолжаться в полном объеме. Спортсмены должны ездить на соревнования согласно первоначальным графикам. Ни один тренер или воспитанник школы не должен пострадать в сложившейся ситуации. В том, что касается зарплаты, ситуацию в мэрии называют непростой. По данным учредителей, перед тренерским коллективом имеется долг. Однако его размер пока уточнить нельзя из-за того, что из административного здания на Ивана Голубца 13А пропали системные блоки. По данному факту представители горадминистрации обратились в правоохранительные органы. Тем не менее, расчеты с коллективом спортшколы планируется начать уже со следующей недели на основании заявлений с указанием размера задолженности. Ни в коем случае не будет никаких потрясений и изменений среди тренерского состава. Нам очень хочется, чтобы вы остались в том же составе. Для нас самое главное – это развитие. Еще раз повторяю. На той законодательной базе, которая существует сегодня в нашем городе.